Девчонки, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать мою уходовую косметичку на месяц май. И кому интересна данная тема, оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. И начну я, как и всегда, с продуктов по уходу за волосами. Первое, что хочу вам показать, это шампунь от марки Шаума. Энергия природы линейка, питание и восстановление для сухих и тусклых волос он предназначен. Ягоды асаи, миндальное молочко и овсяные хлопья. Этот шампунь мне нравится, переходит он с прошлого месяца. И вот я думаю, что в мае он у меня уже, скорее всего, закончится. Так, еще один от марки Шаума я взяла на май. Это свежая крапива и спелое яблоко. Мягкость и гладкость для нормальных волос. У него очень приятный свежий аромат, тем более вот сейчас, когда у нас... Уже, знаете, такая более-менее теплая погода, хочется чего-то свеженького, как-то уже хочется отходить от различных там сладких каких-то ароматов. То есть, поэтому запасаюсь, скажем так, уходовую косметичку различными свеженькими ароматами. Так, и еще одну парочку беру. Не знаю, воспользуюсь или нет, но, может быть, пару раз точно воспользуюсь. Это... Herbal Essence, в общем, мед, манука линейка, глубокое восстановление, шампунь и бальзам-ополаскиватель. Тоже постепенно разгребаю свою коллекцию с вот этими вот шампунями и бальзамами, вот, потому что тоже насобиралось такое небольшое количество. Но если вам интересно, можете посмотреть видео про мои запасы уходовой косметики для волос. Там я все подробно показывала. Видео снималось в январе 2023 года. Так, и давайте покажу шампунь, которым пользуется муж. Это компания Faberlic. Вот это вот линейка горная, 6194 метра. Маккинли гора. Вот, он как против перхоти, но я бы не сказала, что он прям от перхоти избавляет. Ну, муж вроде бы не жалуется, пользуется, пусть пользуется и дальше. Вот такой вот продукт Garnier Fructis. Пыталась я подружиться с ним, дружбы не случилось. Это комплексный несмываемый крем со-спасатель волос. 10 в одном, вот указано, что он... интенсивно питает, защищает, туда-сюда, с маслом амлы идет, но он мне очень сильно подсушивает волосы. Наносила на всю длину и поняла, что не нравится мне таким способом использовать. Ставила меточки лаком и, в общем-то, вот последнюю поставила. Это вот у меня было, по-моему, месяц, ну, это примерно, наверное, вот отсюда было средство. Вот это вот месяц, вот это вот сразу за 2 месяца. Потому что он очень экономично расходуется. И вот, вот это вот за, ну, в общем, за апрель. Вот отсюда до сюда, сколько я использовала. И мне девушка в комментариях написала, что у нее есть такой же вот спасатель, этот продукт для волос. И она сказала, что она использует как вот, ну, типа как маску, как бальзам, в общем, на мокрые волосы, потом смывает. Не использует как несмываемый продукт. И я решила, что я этот крем добью именно таким способом, потому что, ну, как бы просто выбросить жалко, а посмотрю, как он будет работать, если я буду его смывать. Также от компании Фреши я получала в подарок от Иришки из Пензы. Большой тебе приветик, если смотришь. И спасибо. 2 вот таких продукта от компании Фреши. Это у нас тоже несмываемый уход. Так что это многофункциональный восстанавливающий растительный бальзам для волос. Это тут у нас идет, что масло жожоба био для сухих и поврежденных волос. И еще один вот такой вот. А здесь у нас дневной крем питания для сухих волос. Содержит масло авокадо и фруктаны агавы. В общем-то, вот этим продуктом я воспользовалась. И хочу сказать, что он мне очень сильно жирнит волосы. Хотя наносила я небольшое количество. И, в общем-то, решила, что тоже использую как, в общем-то, смываемый бальзам для волос. И таким способом этот продукт использую. И попробую вот этот тоже продукт нанести на
Влажные волосы не буду смывать. Посмотрю, как работать будет он. Если тоже будет такой же эффект, то также уйдет, как смываемый кондиционер для волос. Так, осталось мне тут всего-то несколько продуктов для волос. Продолжаю. Это чистая линия, экспресс-кондиционер, спрей для волос, красота и сила, с алоэ. Часто покупаю, очень нравится, но я здесь алоэ не чувствую, а для меня здесь прям, знаете, какой-то медовый аромат, который мне, честно говоря, надоел. Вообще мне очень нравится увлажняющая сыворотка, знаете, такая вот голубенькая от марки Капус. Но сейчас, честно говоря, цена на Валберес очень кусается. Я пока не готова отдавать там за маленький объем 500 рублей. За большую еще бы да, а вот за маленький нет. Поэтому жду, когда цена упадет, и вернусь к своему любимому средству от марки Капус. Вот, а вот это уже не хочется покупать, но вот так как бюджетная, поэтому беру. Так, и для волос у меня будет вот такое использование масла экстраординарное, совершенствующее. Волосы как шелк, интенсивное питание без утяжеления для всех типов волос от марки L'Oréal Elsev. Хорошее масло, оно уже у меня не первый раз. Вот, буду пользоваться. С продуктами по уходу за волосами мы закончили. Теперь давайте посмотрим, что я беру для ухода за телом. Первое, что покажу, это Body Art. Пена для ванны тонизирующая с ароматом можжевельника. Здесь очень большой объем, 1000 мл. Не воспользовалась ни разу в апреле, потому что сначала была лень, а потом у нас на 2 недели просто отключили горячую воду, и то у нас еще даже в городе не у всех эта горячая вода появилась. И знаете, что самое вот всегда обидное? Это вот такая неприятная закономерность. Как только отключают отопление, следом просто отключается горячая вода и наступает похолодание. Я думаю, что так, наверное, во всех городах. И когда я девчонок смотрю, тоже блогеров по Ютубу, слушаю, там у кого-то, допустим, только отопление отключили 30 апреля. Чтобы вы понимали, у нас в городе его выключили 10 апреля. У нас, получается, две части города, старая, новая. Я живу в новой, и вот отключили, в общем-то, и, как они это нам говорят всегда, да, что когда, допустим, среднесуточная температура держится на улице плюс 8, то отопление отключают. Хотя никто не думает о том, что если на улице тепло, это не означает, что в квартире также тепло. Ну, в общем, ладно. Это уже не о том, конечно, я говорю, но, в общем, немножечко выговорилась. Дальше, касаемо продуктов для тела. Гели для душа. У меня переходят все с прошлого месяца. Какими-то я воспользовалась, какими-то нет. Ну вот, вот такой у меня переходит. Это Fa Man с ароматом хвои. Пользовалась, но не закончила. У меня вообще в прошлом месяце ни одного геля для душа не закончилось. Вот так вот. Так, дальше. Компании Фреше магнолия и белый чай. Мужу этот запах не понравился. Ну, когда вот я в ванне пользовалась, он сказал, что от мочалки очень неприятный запах, как будто как кошачий лоток, в общем-то. Но я не знаю, я от мочалки такого запаха не слышу. И, в принципе, в ванной комнате, да, конечно, запах немножечко такой какой-то специфический. Вот, но гель-то, в принципе, хороший. Ну, в общем-то, мне нравится, мужу не понравился запах этого геля. Дальше, вот таким я не воспользовалась. Это тоже компания Фреше, бразильский кофе. Так, камера, давай тут не отсвечивай. Вот. Ну, это если у нас, допустим, будет как-то, не знаю, прохладненько, то вот я воспользуюсь этим. Еще один хлопок и мимоза, тоже не воспользовалась. От компании Faberlic киви и авокадо, тоже не воспользовалась. Так, что у меня здесь еще? И от марки Фреше последний гель для душа, это нежный миндаль, лимитированная коллекция вот этого года, но вот тоже не воспользовалась.
Так, скрабы для тела. Вот такой вот брала, но тоже не воспользовалась. Это Деликея. Сахарный скраб для тела с ароматом молочного шоколада. Давайте покажу, какой он внутри. А, я даже его не открывала, представляете? Прям вообще молодец какая. Опа, сейчас открою. Вот такой вот, видите, он внутри. Послушаю аромат. Ну, пахнет, конечно, да, шоколадом, но немножечко, знаете, так химозненько. Но приятно. Никогда такая прям неприятная химозина, а приятно, но химозненько. В общем-то, как-то так. Давай, тут у меня закручивайся. В общем-то, вот такой вот скрабик Деликея. Так, и такая у меня грязная баночка, но это от воды. Хоть я ее перед роликом и помыла, но все равно, видите, какая вот ерунда здесь. Это у меня сахарный скраб для тела с манго. Вот такой вот он там. Тоже пользовалась, потом отключили нас холодную, ой, горячую воду. И, в общем, толком даже и не воспользовалась. Вот, ну и сейчас что-то как-то не пользовалась вот в конце апреля. Так что два скраба у меня так и остаются. Дезики. Вот тут у меня осталось совсем чуть-чуть. Это Нивея эффект пудры с прошлого месяца переходит. Там вообще на донышке, поэтому добью его. И ему на замену возьму Рексону, яркий букет. Не первый раз уже у меня. У него очень приятный аромат, такой сладенький, нежный, цветочный. Как раз то, что подойдет на май. И еще вот такой вот Нивея энергия свежести. Это уже роликовый дезик с лемонграссом. Ну вот им хочу пользоваться дома, но все что-то как-то, знаете, никак. Вот немножко попользовалась и все отставила, потому что все-таки спреи предпочитаю больше. Хоть и многие говорят, что они там как-то кожу закупоривают и так далее. Ну, не знаю. Для меня в первую очередь важнее мой комфорт, а потом уже все остальное. Давайте покажу вам еще спрейчики для тела. Вот такой я использую перед сном. Это Dream Therapy с мелатонином. В общем, позволяет быстрее засыпать. Знаете, у меня сейчас такой ритм жизни, что мне даже и спреем пользоваться не надо. Как только я вижу подушку, я уже все, засыпаю чаще всего. И вот такое вот малиновое удовольствие от Avon с ароматом малины и черной смородины освежающий. На тело не пшикаю, потому что, в общем, тут спирт я не очень люблю. Но вот чаще всего бывает, могу как-то там побрызгать в ванне, чтобы, как бы, знаете, такой был запах очень приятный. Либо там просто в комнате где-то. Вот, как-то так. А вот на тело не брызгаю. Так, увлажнялки. С прошлого месяца у меня переходит вот такой вот крем Нивея Софт. Интенсивный увлажняющий, быстро впитывается, глубоко питается витамином Е. Давайте покажу, какой он внутри. У меня была баночка и побольше давно еще. Ну, вот сейчас такая маленькая в запасе. Он тут у меня даже так зафольгирован. Вот, поэтому... Кстати, в этот раз я делала ногти. Девочка уже в декрет ушла. И что-то в этот раз у меня, не знаю, то ли я виновата, то ли, может, что-то не так сделали, но... Так, вот, видите, такой вот он беленький, очень приятный, легкий, как йогурт. Вот, но в этот раз что-то у меня очень быстро начал отходить гель от ногтевой пластины. И ладно бы там на одном пальце, но нет. Практически на каждом вот пальце у меня отходит гель-лак от ногтевой пластины. Я даже не знаю сейчас, кому вообще идти на следующую коррекцию. И, возможно, ролики я в ближайшее время снимать не буду, потому что маникюр будет не очень, а в домашних условиях очень тяжело гель-лак убрать. Так что пока еще я в раздумьях, куда бежать и исправлять ситуацию. В общем-то, еще один крем у меня от марки Himalaya питательный. Увлажнение в течение всего дня. Алоэ Витания. Думаю, многие знают. Он очень приятный, такой свеженький. Тоже буду использовать для тела. Такой вот он.
Ни разу вообще не воспользовалась. Это вот у меня ребенок его трепал, по всей квартире за собой таскал. Вот, и, в общем-то, вот так он у меня по всей баночке и распределился, этот кремушек. Так, еще беру от марки Mil, надеюсь, что правильно произношу, боди-крем с кукис. Это печенье, крем для тела с помпой. С помпой обожаю теперь крем. У меня Мариночка познакомила с кремом как раз-таки вот с такой вот, как помпа, дозатор, все по-разному говорят. И вот я полюбила, это очень удобно. Так, и вот такое я беру, мерцающее молочко для тела от марки 7 Days. Мне подарила его кума. Дашур, большое тебе спасибо, если смотришь. Вот, тоже буду пользоваться. Так, еще у меня здесь есть продукты для принятия ванны. Это вот такое масло лаванды эфирное, маленькое. И всего лишь одна бомбочка. Больше у меня ни в запасе, нигде там ничего нету. Это бурлящий шарик с ароматом яблочного мороженого. Покупала в гипермаркете «Магнит». Там был какой-то еще с мятой и шоколадом. Вот как-нибудь тоже хочу его приобрести. Так, и соль для ванны с пеной. Розовый кварц от марки «Фаберлик». Вот такая вот. Так, у сыночка в использовании вот такой вот крем-продукт, крем-мыло с пантенолом, мое солнышко де пантенол. Знаете, скорее всего, возможно, попользуемся еще, но, может быть, я переведу его как крем, ой, как мыло для мытья рук, потому что, когда вот, допустим, ну вот после особо важных дел, да, ребенка помоешь ему попу, то запах никуда не девается, все равно остается, и это мыло не справляется. Поэтому, скорее всего, я возьму в уход наше вот это вот мыло Умка. Я уже вам 100 раз его показывала. Вот, и, в общем-то, да, вот для таких дел мы будем использовать именно Умку, потому что и запах убирает, и очищает хорошо, ни раздражения, ничего нету. А для просто обычного купания будем использовать вот это мыло. Ну, посмотрим, может быть, и полностью на Умку перейду. Вот, я еще в раздумьях. Так, туалетные водички. Две у меня вот таких от марки компании Faberlic, Каория линейка. Или Каори, по-моему, бамбук и юзу. В общем-то, бамбук немного уже осталось, считать даже меньше половины. Надеюсь, что за май она у меня улетит. И вот юзу пользовалась, но не часто. Очень тоже приятный, свеженький аромат, они оба свежие. Вот, пользуюсь. И буду также пользоваться в мае. И вот такая вот сладенькая. Это кафе Гурманд. В общем, десерт Павлова от марки Брокарт. Хорошая туалетная водичка. Какими-то, не знаю, зефирками пахнет. Мне нравится. Так, давайте также покажу туалетные водички мужа. Вот такая у него от марки Avon X серия. Ричард, в общем, пульс, здесь у него осталось уже, видите, немножко, уже просто все уши прожужжала вам про эту туалетную водичку, и брат ей пользуется, и муж пользуется, очень вкусная, очень классная, аромат какого-то, не знаю, вкусного шоколада, прям потрясающий просто, и напоминает мне, раньше, может быть, помните, были туалетные водички, марка была Axe. И вот прям аромат вот этой вот туалетной воды, которая была тогда от Axe, вот у марки Avon. Прям вот реально один в один. И вот такая туалетная водичка Faberlic Celsius. Покупала мужу, но ему она не особо нравится. Сказала, что давай продам на Авито. Он сказал, не надо, буду пользоваться. Ну, пусть стоит, пусть пользуется. С продуктами по уходу за телом это все. Теперь давайте посмотрим, что я беру для ухода за лицом, губами и полостью рта. Первое это Nivea Kea, очищающий гель для лица с витамином Е. Эффективно и глубоко очищает, укрепляет и освежает, не сушит кожу.
Реально кожу не сушат, хорошо освежают, использую утром. Здесь у меня еще очень много, объем большой. Здесь 225 миллилитров. Думаю, что на май мне его вполне хватит, поэтому беру только его одного. Так, скрабы для лица. Вот такой у меня остался с апреля. Немножечко уже осталось. Тут у меня воздух. И, в общем-то, думаю, тоже за май. Не думаю, точно за май улетит этот отшелушивающий скраб для лица. Faberlic линейка Oxyology. Кислородное дыхание. Очень классный. У него, в общем, вот такое вот. Сейчас я вам покажу. В общем, видите, вот такой вот он. Такие у него там скрабирующие голубенькие частички. Так что он вообще не хочет вам показываться. Мне тут еще ребенок его в ванную бросил, когда купался. Так, ну почему ты не хочешь? Почему? Да, вот, видите, какой он. Вода попала. Ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Попала вода. Так, и... ему на замену вот такой, показывала вам в покупках, уже не первый раз он у меня, мне купил его муж в Ашане, это с активированным углем и зеленым чаем. Скраб детокс, отшелушивает, выводит токсины для всех типов кожи. Мне не нравится его аромат, потому что, как вы знаете, вроде бы должно пахнуть зеленым чаем, но мне почему-то прям вот пахнет сырой землей. Я не знаю, просто. Как бы не противный запах, но не очень приятный на самом-то деле. Тоники для лица. Вот такой у меня остается с прошлого месяца. Это марка Эко Лаборатория. Тоник для лица увлажняющий, для сухой чувствительной кожи. Активные ингредиенты: органическое масло миндаля, масло шиповника, экстракт радиолы розовой, гиалуроновая кислота. Вот столько у меня его осталось. Не думаю, что мне его на май хватит, потому что там у нас жару обещают. И как-то, естественно, освежиться захочется побольше. Поэтому беру также ему потом на смену, когда он закончится, от марки Сендо. Вот такой тоник с витамином С и гиалуроновой кислотой, тонизирует, осветляет, увлажняет, подходит для всех типов кожи. Мне дарила его кума, тонизирующий. Большое тебе, Дашуль, спасибо. Здесь у нас экстракт лимона и масло из цедры апельсина. Я вот сейчас вспомнила, смотрела видео Леночки Щербаковой. Привет тебе, если смотришь. И вот кто понял, там было... огурчик, апельсинчик, лимончик. Я до сих пор вспоминаю, смешно. Ну, в хорошем смысле смешно. Приветик тебе, Ленусь, если смотришь. Большой, в общем, повеселило меня. Так, увлажнение также для лица. Вот такой вот гель. Гений увлажнения соком алоэ. L'Oréal Париж покупал мне муж в подружке, когда был в командировке. Это аквафлюид для сухой чувствительной кожи. Ну, знаете, какой-то он неоднозначный. В общем, иногда бывает, когда наношу его утром, у меня какая-то, не знаю, кожа, сразу, знаете, такая какая-то, вот, ну, не кожа какая-то, а эффект. То, что какое-то пощипывание, какое-то жжение непонятное, но это не охлаждающий эффект. Это вот именно жжение, знаете, такое прям вот неприятное, печет прям. А иногда бывает, наношу также утром, и все нормально, никаких таких жжений нет. Я не знаю, от чего это вообще зависит, но вот как-то так. Указано, что можно его использовать и утром, и вечером, ну там рекомендуется. Решила, что буду пользоваться и утром, и вечером, чтобы быстрее закончить. А изначально хотела использовать только утром. Ну, в общем-то, как-то так. Так, что у меня здесь еще? Так, что-то непонятное прилепилось. Угу. А вот такая вот миксит. Это увлажняющая сыворотка концентрат с гиалуроновой кислотой. Получала в подарок от Мариночки. Большое тебе спасибо. Но, честно говоря, ни разу не воспользовалась в апреле. Но вот в мае точно начну пользоваться. Далее, также для лица у меня крем-актив против прыщей «Чистая линия». У меня он должен быть просто всегда. Он идет с цинком, чайным деревом. Раньше упаковка была такая, знаете, длинненькая, но
узкая. Сейчас они сделали такую обычную стандартную. Крем классный, различные какие-то, не знаю, высыпания, прыщи. Очень быстро с кожи убирает. Так что это просто то средство, которое должно быть в каждом доме. Для вечернего использования в прошлом месяце я брала крем от марки Невская косметика ланолиновый для сухой кожи. Интенсивно питает, смягчает, устраняет шелушение, защищает. Вообще, знаете, я бы такая его отложить, оставить, в общем-то, на осень, на зиму, потому что сейчас у меня кожа не настолько прям сухая. Когда у нас, допустим, было отопление, когда было такое прям сильное похолодание туда, кожа у меня страдала. А сейчас как-то особо нет, и, в общем-то, я его... О, вы представляете? Я его не расфольгировала. Знаете что? Наверное, скорее всего, я, конечно, еще подумаю, но, может быть, я его отставлю обратно в запас, потому что, ну, сейчас у меня кожа не сухая. То есть, как бы, смысл мне, да, там просто брать его и измазывать на себя. Конечно, да, подумаю, но, может быть, отставлю. Так, масочки для лица. Вот такая у меня продолжает быть с апреля. Натуральная питательная биомаска для лица Organic Kitchen by Organic Shop. Супер мякость и комфорт кожи. Мякоть банана, органическое миндальное молоко, масло розового персика. Маска хорошая, но вот кто помнит, у этого бренда Organic Kitchen есть, по-моему, крем для рук. Вроде бы это крем для рук у них с бананом. И вот знаете, впечатление, как будто это вот тот же самый крем с этой баночкой, вот этой вот, которая в таком вот объеме, но немножко как бы там он пожиже, здесь какой-то более густой. В общем, как-то так мне кажется, что, знаете, это одно и то же средство, потому что даже запах просто один в один. Ну вот как-то так. Так, тут уже я засветила вам вот такую маску лифтинг для лица. Я беру в уход свежее яблоко и органический ройбуш. Это мы с подружкой пополам заказывали. Дашуль, привет тебе, если смотришь. Напиши, как эта маска тебе. Вот, укол красоты Organic Kitchen. Ну вот я только сейчас беру в использование. А заказывали мы вроде вместе в феврале, то ли в январе, не помню, уже там просто в спайке они шли, две как бы, и вот заказали, в общем, одну подруге, одну мне. Она вот такая вот розоватого цвета, очень такая красивая, посмотрите, она такая прям гелиевая. Ой, и аромат у нее очень приятный, и вот, знаете, напоминает что-то из детства. Прям вот, не знаю что, но очень приятная. Ой, да, и, конечно, яблочком, прудохимозным, конечно, яблочком, но прикольно пахнет. Так, как-то так, в общем, такая вот масочка. Буду, конечно же, с большим удовольствием пользоваться. Так, давайте покажу вам патчи. Заказывала вот такие патчи на сайте Wildberries, марка Holy Poly, гидрогелевые патчи с тыквой. Здесь их 60 штук. Так, надо открыть коробочку. О, какая красивая баночка, вы посмотрите. Красота. У меня есть такие еще, по-моему, с черникой. Заказывала две. Они очень дешево стоят, там что-то около 200 рублей. Идет такая вот ложечка, лопаточка в комплекте. Я сейчас открою и покажу вам, какие они внутри. Вот такие вот патчи. Но не сказать, что они пахнут прям тыквой. Какой-то прям тыквы я здесь не чувствую. Что-то такое косметическое, свеженькое, сладенькое. Но приятно на самом-то деле. Поставлю их в холодильник. Потому что я обожаю, вот, допустим, когда теплое время года. Там, ну, весна, когда вот май, к примеру, да. И летом. Вот, пользоваться масками тканевыми из холодильника. И патчи тоже хранить там. Так вот, открыть-то я открыла, а закрыть теперь проблематично. Что ж такое-то происходит? Так, идем дальше. Тканевые маски. Как и всегда, беру на месяц не более 5. В этот раз у меня маски от марки LSM
Cosmetics. В общем, 4 я покупала в Пятерочке. Это у меня с огурчиком, с батата. Это картошка или батат? Как там правильно? Батата. А, ну да, с экстрактом картофеля. Ну, в общем, обычная картошка, не батат. Вот, это, по-моему, у нас, чем она? Красная женьшень, вот это вот, и с бриллиантом. Вот, в общем, такая вот тоже классная масочка. 4. И последняя от компании Faberlic с чаем матча, очищающая маска для лица свежесть. Вот как раз-таки то, что нужно на теплое время года. В самом-то деле, девчонки, очень стыдно показывать, реально очень стыдно, но вот эту вот штучку я так и не использовала. Ну, я вот все не знаю, как-то я вот все забываю, вот это туда-сюда, то мне лень. В этом месяце надо прям взять себя в руки. Даже ладно, что я там не крашусь, попробую просто этим вот спонжиком удалить цветной бальзам с губ. Посмотрю, как будет работать, потому что, ну, реально, я не крашусь. То есть, как бы, я, конечно, мечтаю себе нарастить реснички, но пока что времени на это нет столько выделить, потому что ребенка оставить не с кем. Поэтому пока что я без ресничек. Так, и покажу вам одно средство для лица мужа. Это Nivea Men для чувствительной кожи. Лосьон после бритья успокаивающий. Пользуется им, ему нравится. Все супер. Так, и вот в такую вот корзинку небольшую я сложила бальзамы для губ. На самом-то деле здесь не все. А вот можете, кому интересно, сравнить с видео, которое я снимала про уходовую косметичку на месяц апрель. У меня закончились 2 бальзама. Это клубничное сияние Nivea и Бельведер. Это с апельсиновым маслом. Вот. И сейчас я вам покажу то, что у меня осталось с прошлого месяца. 2 бальзамчика я еще хочу добавить новых сюда. И несколько бальзамчиков здесь будут отсутствовать, потому что у меня сыночек, кто-то вот обожает с ними играться. Такие яркие баночки прикольные. И, в общем-то, куда-то 2 бальзама он дел. В общем, не стала вот это тратить время, искать. Это бальзам в тубе Carmex Original и арбузное сияние от марки Nivea, цветной бальзам. Ну, им я даже не воспользовалась в прошлом месяце. И сейчас покажу вам здесь то, что у меня остается. Это Bon Appetit Tutti Frutti. Даже толком-то и не пользовалась им. Да что ж ты не хочешь? Ой, господи, еще и влезла. Ладно, в общем, вот такой вот бальзам показала, называется. Полезла я. Далее, следующий, это у меня чаптер в оттенке 03 с малиной и амариллисом. Так, помыла руку, тут капельки не убрала. Вот такой вот он. Немножко, конечно, я мазюкала им, но не часто. Вот такой вот чаптер. Крейзи Звери. Бальзам-талисман для губ. Смягчение питания. Таежный воск, малина. Он приятно охлаждает. Немножко пользовалась, видите. Вот такой вот он. У него просто потрясающий аромат. Он и медом пахнет, и малинкой, и немножечко ментолом. Вот. Очень классный. Так, это у нас что? Nivea жемчужное сияние. Пользовалась, но не часто. Вот столько нет. И вот столько осталось. На самом-то деле, вот знаете, цветные бальзамы, они у меня очень тяжело идут, потому что чаще всего я пользуюсь обычными бесцветными. Хотя такие у меня тоже цветные периодически бывают. Какой-то там меня аромат заинтересовал, либо упаковка, я их покупаю, но вот бесцветные как-то у меня лучше идут. Далее, Blistex, это когда губам нужна срочная помощь, 911. Вот, поэтому такой вот, ну, иногда пользуюсь, не часто, но вот иногда. Думала, что за зиму улетит, но нет, не улетел. Вот, ну ничего, впереди следующая зима. Вот такой вот Pepsi стаканчик, тоже пользовалась. Ну вот, можете заметить, в прошлом месяце у меня было его больше. Сейчас вот столько. Не знаю,
За этот месяц у меня уйдет или не уйдет. На губах он дает такой небольшой коричневатый блеск. Вот, и все на этом. Увлажняет губы. Далее Carmex с SPF 15 в стике с гранатом. Пользовалась, но тоже не часто. Наверное, может, там пару раз мазнула им, когда на ночь губы были такие растресканные, на утро уже были классные. Вот. И вот такой вот у меня бальзамчик от марки LPK. Просто посмотрите, что у меня с ним стало. Упаковка ужасная. Она просто вся обтирается. Причем ни в сумке не ношу, нигде. Пользуюсь только, ну, чистыми руками, естественно. Вот такой вот он у меня там. Видите, крошится, ломается. Это, конечно, ужасно. Выкручу, покажу, сколько осталось. В прошлом месяце у меня его было больше. И вот это у меня все, что, видите, от него осталось. Вот. Закручу сейчас его обратно. Вот. В этом году у меня как-то бальзамы используются гораздо лучше, чем в прошлом. Я же себе еще и Project Pen запустила. Посмотрим, какие у меня будут результаты в конце этого года. Так, и решила добавить еще два бальзамчика. Не удержалась. Вот у меня так и получилось, что два закончила, два решила добавить. Но добавляю бесцветные. Первый это я получала в подарок от Мариночки. Большое спасибо. Это... Eat my balm, переводится как съешь мой бальзам, что-то вроде этого. Мне девушка писала в комментариях, спасибо. Этот у меня с ароматом шоколадного мороженого, очень приятный. Он такой, прям, знаете, очень нежный, легко наносится, вкусно пахнет. Но расход у него, конечно, нереальный. Вот это вот у меня ушло за 2 дня, вы представляете, вчера, сегодня. Ну, мазала я буквально там, может быть, за день, наверное, 3 раза вот этим бальзамчиком. И вот столько уже ушло. И вот такой я беру EOS. Это у меня свежая мята или сладкая мята, уже не помню. Вот такой вот шарик. Вот, он хорошо охлаждает. Не сказать, что он губы прям лечит, но он их хорошо напитывает и увлажняет. Вот. Кстати, это у меня оригинал из США. Заказывала на Валберес, но там упаковка была оригинальная. И написано, что произведено в США. Вот. С продуктами по уходу за губами это все. Теперь давайте посмотрим продукты по уходу за полостью рта. Первое, что это беру, лесной бальзам, ополаскиватель детский. Ну вот мне захотелось. Такой, по-моему, у меня уже был. Он вкусненький, по-моему. И ягодный вкус здесь 7+. Ну да, Наташа 26+. Ну ладно. Еще мелькнет он у меня в покупках, потому что еще покупки я не отсняла. Следующую часть. И вот уходовую косметичку снимаю ранее. Так что покажу еще там. Зубные пасты. Вот такая у нас от марки Line с маслом чайного дерева. Вот столько, видите, нету. И вот это у нас перешла с прошлого месяца. Дальше беру, добавляю Line система с розой. Наслышана о ней, очень многим нравится. Так, пока вспомнила, показываю, какие зубные пасты внутри. Просто меня просили как-то в комментариях, я бывает забываю. В общем-то, она вот такая вот беленькая. На вкус очень приятная. Но знаете, я бы не сказала, что здесь запах и как-то вкус чайного дерева. Мне больше здесь слышится что-то типа эвкалипта и мяты. Все на этом. То есть чайного дерева я здесь не чувствую. И вот это вот Line с розой. Давайте сейчас тоже ее открою. Она там уже вот такая вот. Видите, такая гелевая, розовая. На запах реально роза. Вот, ну, будем пользоваться такой зубной пастой. Так, и от Клац беру зубную пасту для активных людей Extreme Guarana. Ну, типа как энергетическая она там какая-то. Попользуемся. Она у меня зафольгирована. Сейчас я фольгу сниму и покажу вам, какая она внутри.
Ой, да, реально пахнет энергетиком. Раньше, конечно, я их любила. Ну, не часто, когда, допустим, мы куда-то в поездку ехали, я могла выпить. Вот. А так как бы часто нет. Вот такая вот она. Очень, да, приятно пахнет. Но сейчас энергетики я уже очень давно не пью. Вот. Потому что это вредно, не полезно. Хоть и говорят, что они как-то там прям помогают, в общем, перебить сон. Нет, в моем случае это не помогало перебить сон. Ну и к тому же они сердечко сажают. Так что не увлекайтесь, допустим, кто такое вот любит, не увлекайтесь этим, девчонки. Ну и мальчишки тоже, если смотрите. А муж также пользуется вот таким зубным порошком отбеливающим с лимоном. Брал в Ашане. Ну, не жалуется ему. В общем-то, нравится. У сыночка вот такая зубная паста была. Он пользовался в апреле. Это у нас Рокс с ароматом липы. Нежный уход. Мы не использовали за месяц, поэтому я решила, что добью ее сама, потому что здесь содержатся натуральные ингредиенты, и я долго думала, почему только месяц, типа, что такого, пользуемся дальше. Но вот я потом прочитала, что нельзя, натуральные ингредиенты содержатся, и как бы, ну, попадает это все в организм ребенку. Хоть и указано, что она, в общем-то, ну, что я хотела сказать, господи. Все, минутка тупизма. Указано, что она безопасна при проглатывании. Вот, видите, на коробочке указано. Ну, в общем-то, да, использую вот эту зубную пасту я сама, а сыночку открою новенькую вот такую. Вот, абсолютно такую же. Хотела взять с ромашкой, ну, чтобы чередовать как-то вкусы, но с ромашкой не было, я брала в пятерке, поэтому берем, в общем-то, дальше пользоваться с липой. Последняя категория – это продукты для ухода за руками и ногами. Как всегда, господи, как всегда начну я с жидкого мыла. Беру вот такое, Милгурт, Блюбери, Блюис. В общем, ухаживающее жидкое крем-мыло, голубика, ежевика в йогурте. Здесь у нас объем 280 грамм. Поставлю в ванную комнату. И также в ванной комнате у нас будет лежать вот такое вот мыло. Это марка Greenway. Получала в подарок от Мариночки. Большое сейчас спасибо. Такая вот тоже красивая коробочка. И вот такое вот мыло. Оно очень приятно пахнет. Реально манго. Настолько, девчонки, потрясающий аромат, что просто скушать хочется. Ой, реально потрясающе. Еще раз большое тебе, Мариш, спасибо. Положу в ванную комнату и с большим удовольствием будем пользоваться твоим подарочком. Так, еще одно мыло у меня вот такое от марки Элпике с лавандой. И здесь такие листочки, все, никак я его не закончу. Его очень удобно взять, допустим, с собой в дорогу. Просто листочек, ручку берете, смачиваете руки водичкой. И этот листочек растирается между ладошек. И получается, что, в общем-то, мылится. Вот, но я все никак не закончу его, что-то как-то у меня рука особо не тянется. Хоть и интересное использование, да, метод использования, но как-то так. Когда-нибудь закончу. И у меня остался последний кусочек мыла от марки Дуру. Это туалетное мыло с розой. Нам бабушка мужа дарила. Здесь было 4 кусочка. У нас одно ушло в январе, потом в феврале, потом в марте, в апреле не ушло. И вот на май я беру последний вот кусочек, положу на кухне. Так, что у меня здесь теперь? Кремы для рук. В прошлом месяце я закончила, и в этом начинаю пользоваться абсолютно полненькими. Первое это крем для рук от марки какого-то, не знаю, корейского бренда. Не знаю, Фасм или как-то так. В общем, ладно, не буду читать, только веркаю. В общем, лимон, гель, натуральный, фреш. Такой вот он там, беленький. Мне подарила его кума. Большое, Дашоль, спасибо. Очень приятно пахнет лимончиком.
Классный. Как раз-таки вот летом, мне кажется, пользоваться таким кремушком самое оно. Потому что, как ранее уже говорила, в такое теплое время года каких-то сладких ароматов не очень хочется. И тоже мне дарила кума. Это Дурум. Мгновенное увлажнение. Крем-флюид для рук с экстрактом оливкового масла. Вот, 75 миллилитров. И он уже... внутри вот такой вот зелененький. Очень вкусно пахнет. Такой тоже свеженький аромат. Так, и последний кремушек у меня перешел. Он тоже с апреля. Это бархатные ручки. Ну, в апреле я им не пользовалась. Бархатные ручки. Ну, это самый обычный основной уход. Просто новогоднее оформление. Здесь 45 миллилитров. И он самый обычный беленький такой вот. Вот, очень тоже приятно пахнет, свеженький такой, классно. Так, девчонки, последнее, что хочу вам сегодня показать, это продукты по уходу за ногами. Первое, это крем от марки Faberlic из линейки Happy Steps или Штабс. Крем для ног тонизирующий с можжевельником. Вот, брала в уход, но так и не воспользовалась им в апреле, поэтому переходит он у меня на май. Еще один поставила для мужа, но он так и не пользуется. А, здесь у нас бодрый эвкалипт, надо заставлять, чтобы пользовался. Вот, ну и сама тоже буду пользоваться. И такой вот кремушек дезодорирующий. Так, еще один тоже освежающий крем для ног. Как раз таки вот самое то, что нужно в жару, от марки Вилента. С растительным комплексом, тальком и ментолом. Тоже дезодорирующий. Получала в подарок от Мариночки. Еще раз большое тебе спасибо. Муж какое-то время им пользовался, потом не стал. Ну вот решила, значит, буду пользоваться им уже сама. Так, и еще один кремушек последний. Это марка Кафе Мими, линейка Суперфуд. Крем для ног, антибактериальный эффект, ши, розмарин. Экстракт розмарина, масло ши, масло чайного дерева. Содержится в нем 50 мл его объем. Он внутри. Так, давай открывайся. Так, а он у меня здесь даже запечатанный. Я его сейчас открою, потому что, ну, все равно же в уход беру, да. Поэтому, ой, господи, девчонки, как же он пахнет. Боже мой, это прям реально вот аромат чайного дерева. Просто фантастика, я обожаю такие ароматы. Мне как-то дарила Иришка из Пензы кремушек. Честно, вот не помню, с чем он там был, но он настолько безумно пах. Там, по-моему, была лаванда. Я просто обалдела. И вот этот вот второй крем, от которого запаха, я просто обалдею. Ой, боже мой, только, знаете, сначала прям вот надышаться им как следует, а потом только использовать. Ой, да, очень вкусно. Я не могу прям, насколько это вкусный для меня запах. Различные такие вот еловые, вот это вот пихтовые, чайное дерево, можжевельник, эвкалипт, камфора, там скипидарный, вот это, знаете, есть тоже мазь. Я эти запахи очень люблю, прям вот балдею от них. Девчонки, ну что ж, вот такая получилась у меня большая уходовая косметичка на месяц май. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, а также пишите свои комментарии, что из косметики, которую я вам сегодня показала, вы пробовали, что вам понравилось, а что не очень. Я с большим удовольствием почитаю ваше мнение, также пообщаюсь с вами в комментариях. Как и всегда, я желаю всем хорошего настроения, отличного дня. Подписывайтесь на мои каналы, YouTube, Telegram-канал, Яндекс.Цен. Как всегда, я оставляю все ссылочки в описании ролика, в общем, в описании видео. Так, ну и еще раз всем хорошего настроения. Всем пока-пока.